Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Сегодня мы опять играем в Outlast. Да, игра на ПК, на мониторе страх опять у нас с вами будет, короче. В этот раз я постараюсь дольше, чем 15 минут играть. Просто тогда я реально что-то быстро все прошел, ничего не сказав как-то. Сегодня попытаюсь прокомментировать его. Все то, что есть в этой мрачной игре. Да, и насчет то, что я сказал в конце видео, да, чем больше лайков, чем быстрее выходит видео. Ну, поскольку сегодня пятница, я решил чего-нибудь опять заснять, чего-нибудь интересного для вас, то что вам будет реально интересно смотреть, потому что Майнкрафт уже у меня вот до хрена просто, а Outlast-то нет. Из-за этого я решил в пятницу как-то. И музыку я, разумеется, аудио поболее прибавил, чтобы вам все было слышно. Ну, я надеюсь, меня тоже слышно. Кстати, играем на сложном. Просто кто не знает, то некоторые люди только сейчас подсоединились. Вот сюда, оказывается, мне надо было идти. Ой-ой. Какой ты жестокий чел. Тихо. Давай потом я с тобой разберусь. Один на один. Батареечка, спасибо тебе большое. Документация есть? Блин, где мои комиксы? Тихо, я с тобой потом поговорю как-нибудь. Что тут такое? Не могу открыть. Сейчас нам придется бежать. Я как умный человек сделаю так. Пока. Никого. Бежим. Беги, Форест. Беги давай. Кто ты? Ты зомбоящер, который играет в эту хрень. Ломай дверь. Да блин, надо было выломать ее. Тебе нет, надо открыть. А его вроде и нету. Нет тоже, да? Я не знаю, блин. Сейчас, вот сейчас пойду, и он где-нибудь выскочит, нет? Да блин! Не-не-не-не-не! Только не в первом прошу! Давай, прячься, давай, мужик. Красавчик. Вот реально было сейчас страхово, я просто подошел и из угла вышел. Ниоткуда. Иди отсюда. Или ты уже ушел? Я вообще не понимаю. Да, вот он. Иди отсюда. Иди. Мне надо всего-то пройти эту игру. Куда он испарился? Господи, это ты ходишь, я уже думал, то он сзади. Куда он, черт побери, испарился? Я его прямо тут видел. Ласковые глаза, ты где? Ладно. Тыкаем эту долбанную кнопку. Ничего интересного не произошло. Жалко, я ожидал спецэффекты.
Все, надоело. Ой, тихо, тихо. Иди нафиг, я не собираюсь проигрывать. Давай, до завтра, чувак, до завтра. Опа. Фух. Я просто красавчик. О, опять веселящий газ. О, да, это мне так поможет. Что-то прогрузилось, черт побери. Тут я уже ничего не помню. Два голых мужика. Они же голые. Да, не голый. Ютуб банит за это, я не могу смотреть на них. Так, Ютуб банит. Не смотрим на них. Просто не смотрим. Нас не догонят. Нас не догонят. Два голых мужика. Давайте, идите отсюда. Куда нам? Сюда? Сейчас их нету по-любому, да? А. Дальше можно проползти. Документы. Ну нахрен, я их читать не хочу. Куда дальше идти? Конечно, суперстальная дверь, откройся. Я слышу, кто-то идет. А, нет, это там. Какое-то хмурое место. О, мой друг, а я тебя так не видел давно. Карточка. И куда теперь мне? Сезам, откройся. Нет? Да черт мне побери идти. Там он не вылезет? Нет, не вылезет. А, все, вот тут я маленько помню, что тут надо сейчас делать. Сейчас меня с двух сторон будет зажимать. Вон там чувак будет идти. И я должен в окно. Да, все. Там два этих голых мужика по бокам. Я, короче, сейчас как Бэтмен ползу по стене. Ой, как прогрузилось-то. Здесь вылазить? А, голый мужик. А где моя карточка, которую я должен был использовать? Дальше-то куда? Куда дальше? Давайте сразу же эту дверь. И наконец-то минута славы. Буратино! Ой-ой. Да ну нафиг. Беги, беги, чувак, чувак, беги. Ради всех пончиков страны, беги отсюда. Ты куда? Да ну нахрен. Беги, беги. Ты куда пополз? Куда я вообще пополз? Мне одновременно и страшно, и смешно. Беги! Ради пирожков! О нет! Какие спецэффекты! Где я? Ой, что-то я в полном дерьме. Я в полном дерьме. И вот это вот, это все убил толстяк, да?
С какой он стороны? Так, он где-то тут. Это я услышал. Вон он. Сейчас мы вот сюда. Он меня не увидел. Все классно, все классно, все классно. Паркур. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Давайте. Ёлы-палы. Ползи, ползи. Фу. Фу, да ну нафиг. Нет, 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 бежим, бежим. Бежим. Не сильно-то и страшно. Так, что тут дальше у нас? Я же паркурист. О, чувак, ты мне хочешь помочь? Помоги мне выбраться отсюда. Найс, найс, чё за найс? Да ты псих. Господи, я забыл про это совсем. Спасибо. Я, наверное, твой должник теперь, но если тебя не убьют. Я же должен это все снимать. Прыгаем. Красавец. Красавчик. О, опять этот комикс. Кто зашевелился? О, привет. На-на-на, чего я нашел-то? Ла-ла-ла. Ля-ля-ля, тополя. Все, я прочитал, что тут задание. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Пусть это американцы будут смотреть, это прочитают. Ну или русский, кто очень знает хорошо английский. В крайнем случае, вы можете это в переводчик загуглить, хотя это очень глупо. Мне показалось, что он сказал мазафака или... А нет, показалось. Ну, это нормально. Ох ты. Мелкий дезодорант. Блин, куда я попал? О, да, это то, что мне сейчас нужно. Иди отсюда. Правильно, бойся меня. Я сам себя даже боюсь. Сохранение. Как-то много сохранений. И мне это что-то не нравится. Опа. Молния. Молния это... Это не очень хорошо. Сортир нет, сюда не хочу. Что было за хрень? Вон это обычные молнии. Ой-ой-ой, музычка такая неприятная. Тут я прыгаю, разумеется. Как классно все-таки. Ой-ой, подвернул. Все-таки как классно паутина тут выглядит. Вау. Еще так обтекает, так это в 3D еще. Вау. А еще у меня подлагнуло, когда я. Привет, лысый. Лысый. Лысый мужик. Нет, батареечку сейчас сменим. Опа. Все, ништяк, я готов воевать.
Это не то случай? Нет, это то место. За что? За что это место мне? Где этот маньяк? Вот, ни хрена себе Халк. Даже Халк такого не мог. Как вот это вот. Ты так увидел сдалека. Даже я бы тебя не увидел, если бы я тобой бы играл. Иди отсюда. Все, ты меня не достанешь, понял, да? Иди отсюда. Ты так здоровенный какой, как Халк спрыгнул, блин. Куда он убежал? Все, я тут буду. Подождем, когда он туда пойдет. Я его слышу. Иди отсюда. Не зли меня. Мне трупов уже некуда девать. Шучу, есть куда. Тебя могу еще засунуть вот именно тебя одного. Под это, под свой матрас. Больше у меня нет места, извини. Иди отсюда. Я ж тебе уже сказал, мне трупов некуда девать. Иди отсюда. Чё ты пузо-то отъел? Кто тебе так позвоночник выгнал? Иди, иди отсюда, иди давай. Давай, перепрыгни. Серьезно? Он меня увидел или нет? Махина, это же пипец просто. Че он туда не пошел? Мазафака бич, бежим, 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 мазафака бич. У меня есть план, куда спрятаться. Знаете, чувств у меня вообще нет плана, куда прятаться. Он меня тут не заметит. Скажите, что нет. Прошу, умоляю, скажите, что не заметит. Кстати, видите, вон те ящики? Никогда в них не прячетесь. Он сначала в один заглянет, потом во второй. Короче, так и так он вас найдет. Лол. Я его обдурил. Тихо, тихо, тихо. Сейчас главное не протупить. Мне вот всего ничего осталось. Один этот долбанный винтик и все. Давай, 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 давай. Давай за пирожки. Сохранение. Еее. Ладно, ребят, над этим я закончу. Если вам понравился, я не знаю, сколько я снимаю, если что, я надеюсь, больше, чем 15 минут, хотя, наверное, 15 минут. Ну ладно, неважно, если не 10. Если вам понравилась эта серия, подпишитесь, пожалуйста, вот реально, подпишитесь. Поставьте лайки хотя бы. 10 лайков и новая серия тут как тут про Old Last на мониторе страх. Ну, всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Шмель, всем респект от меня, всем удачи.